Доброе утро. Доброе утро, мир. Доброе утро, страна. Сегодня летний денёк. Вот. И сегодня никуда не нужно. В плане, можно так сказать, у меня выходной. Вот. И очень важно, я прям с утра встала, сегодня рано встала, никогда так не вставала, в 7:30 утра. Вот, обычно я сейчас приучаю себя в 8 вставать. В 8:30 где-то так. Обычно для меня время вставания это 9 утра. Я стараюсь не снижать эту планку. Вот, и я понимаю, что птицы летают прямо здесь вот. И я понимаю, важно, знаешь, вот почему я встаю всегда с утра, и когда, ну, никуда не нужно, да, ну, прямо так вот конкретно, вот, и начинаешь как-то расслабляться, начинаешь кофе, да, там, с утра сидеть и гонять кофе, да, то, что называется, и вот очень важно, я поняла, вот прям, знаешь, в моменте составить план, то есть по полчаса. У меня вот птицы так прям вьются. Ну или как сказать, летают. Вот. Так и спину. Попробую немножко под углом снять, посмотрю, как получится. В общем, очень важно составить план по полчаса. Я сейчас вот сяду и буду пробовать это делать. Почему по полчаса? Ну, допустим, вот утренние страницы полчаса, да, полчаса как бы легко. Час как-то, ну, это я раньше так делала. Сейчас как-то не получается. Хорошо. Вот. Вот такой вот холст у меня 15/20. Да, посмотрим. Смотри. Очень такой пористый. Приятно на нем, думаю, будет рисовать. 15/20. Грунтованный на картоне. 100% хлопок. Плотность 280 грамм на метр квадратный. Произведено в Индии. По заказу 15/20, 280 грамм на метр квадратный, так покажу. Вот, это моя следующая цель, нарисовать на таком вот холсте. Так, вот сюда его положу. Вчера вечером я рисовала вот такого мишутку. Я оставила легкую акварель, оставила, в общем, то есть в плане не наносить дополнительные слои и оставить нежно-бело-розовый фон. Вот такой нежно-белый розовый фон, тогда на нем мишка будет яркий, сердечко очень объемное получилось, я довольна, как у меня получилось сердечко. И опять же, я не залипала в просмотре сериалов вечером. Вот, потому что каждый вечер у меня проходит под просмотр сериалов каких-то, ну, то, что называется сериал, или сериалозависимость. Вот, так, и смотри, вчера еще чем я занималась, я этого зайку обводила капиллярными ручками. Вот смотри, здесь фон не белый, да, ну, то есть, вот, но я уже оставлю вот таким, как он есть. Но все-таки я поняла, важно оставлять вот это белое пятно, вот, капиллярными ручками, вот здесь вот я его обвела. Хорошо. В общем, еще раз, да, очень важно, вот когда вот эта вот куча энергии с утра, я, кажется, сейчас весь мир переверну, да, составить план по полчаса, чтобы возможность удерживать внимание была. Я вот сейчас буду этим заниматься. Вот. И лучше сделать что-то, ну, конкретное, чем сделать все и ничего. И главное, да, вот я тоже, ну, это я говорю для тех, кто зациклен на уборке и так далее. Мне всегда кажется, вот это долженствование, сначала уборка, потом все остальное, да, у меня как-то с детства так. Вот, наоборот, здесь что-то менять, и сначала вот какие-то иные дела, да, какие-то более интересные, а потом уборка, или уборка между делом. Так что вот,